С начала этого года цена на сырую нефть выросла уже более чем на 20%. Не за горами тот день, когда баррель черного золота будет стоить $120. За баррель эталонный для Европы смеси Brent в Лондоне уже дают $115. Подорожавшая нефть больно ударила по карману европейских автовладельцев. Здесь у меня целая подборка. Это необеспеченные чеки. Люди заправляют машины, но денег у них нет. А это документы, которые клиенты оставили мне в залог. Паспорт на автомобиль, водительские права, удостоверение личности. Я заправился на 7 евро. Этого хватит до конца недели. Что будет в конце месяца, посмотрим. А почему вы залили топливо только на 7 евро? Да потому что я просто больше не могу. У меня с собой всего десятка. Объем бака моей машины 70 литров. Чтобы его полностью заправить, потребуется почти 100 евро. Придется экономить. Буду меньше ездить. До голодных бунтов, которые взрывают Африку и Азию, в Европе дело пока не дошло. Но на повышение цен на продукты питания европейцы сетуют все чаще.